Бабушка, ну ты чего? Я же уже взрослый. Я еще никогда не был на новогодних вписках, а тут меня одногруппники позвали отмечать. Ой, на каких еще вписках, внучка? Упаси боже, кого мы воспитали? Только о вписках, сиськах своих думает сатанист. Посмотрите на него, а на оргию собрался. Ну, ба, ну ты чего? Какая оргия? Это вписка, понимаешь? Меня типа впишут на новогоднюю хату. Чего? В хате прописаться хочешь? Ах, на Украину от нас, значит, уехать захотел? Бросаешь своих родных, хлопчик? Ну, бабуль, ба! Никакая я тебе не бабульба. Все, делай, что хочешь. Не уберегла я тебя. Потом вспоминать будешь, что не послушал старших. Иди, ступай на все четыре стороны. Только шапку надень. Ура! Неужели это свершилось? Мой первый Новый год с друзьями! Обычно я праздную дома, с родными, то есть под громкий храп набухавшегося бати, мешающий бабушке слушать Николая Баскова в «Голубом огоньке». Но теперь это будет по-настоящему новый год! Дружная компания, веселые конкурсы, теплая ламповая атмосфера! Ух, я в таком предвкушении, что готов петь! Да, погодка, конечно, кака! Да и жизнь сплошная срака! Мы все когда-нибудь умрем! За проезд передаем. Блин, банк с огурцами бабай разбил. Ну человек, вы мне всю юбку рассолом залили. Простите, я все подберу. Можно я вашу юбку выжму вот в эту бутылочку? Не пропадать же добру. Ага, без меня уже небось вовсю тусите. А ты кто вообще? Ну как кто? Это же я, Лежебокер, дух Нового года. Главный заводила, тусовщик-лавкач, зачинник-фермач. Ну что, ребята, давайте новогодние конкурсы устраивать и стишки рассказывать. Ха-ха-ха, ядрить тебя прет, ты сколько уже выжрал? Я еще не кушал, салатик только съел с пола в маршрутке. Лежебокер, так тебя зовут? Ты, видно, первый раз на такой тусовке, но смотри, тут все просто, тут всем лежепохер на все твои шарады, по крайней мере, пока все трезвые. Чё? Блин, ну а как вы там развлекаетесь? Ха-ха-ха-ха, короче, давай-ка выпьем с тобой коньяк, понимаешь, конь и як. Я буду на коне, ведь я жокей, а ты будешь на рогах, потому что тебе достанется як. Я ничего не понял, но давай, фигли. Ребята, а вот и первый конкурс, кто первый вырубится, тот проиграл. Что-то как-то веселее не стало. Дурацкий конкурс. Тогда может тебе понравится игра в бутылочку. Леша, боже мой, а вот и первый проигравший. Уи! Чё голова-то так болит? Ахахаха. Уж лучше голова, чем головка. Блин, ну что за отстой? В итоге тут, по сути, то же самое, что и у меня дома. Неужели бабушка была права? Да, видимо, мудрая у тебя лежа бабушка. Серьезно? Не знаю, но кажется, я тебя понимаю. Я сам уже который раз сбегаю из дома на Новый год, а ничего не меняется. Хм. Ну, может тогда... Ну нахрен всех, пойдем с горки кататься. Погнали! Погнали!